Ужасный распаковщик. Ну, давайте попробуем. Я даже не знаю, как это открывать. Потому что у меня никогда мака вообще не было. Тут, короче, спеки. Правильно, ну, как говорят, конфигурация. О, вот эти стрелочки для дурачков, как я. Вот, старых дурачков. То есть берете стрелочку, и я понял, на себя ее тянете, и она открывает. Ох, как классно. Так, теперь я понял, его нужно перевернуть и открыть. О, какой, детка, большой айфончик. Ребятки, ребятушки. Бумага даже Apple-овская. Какая бумажка. Слушайте этот звук. Острая, как японские ножи режет. Вот такая вот красотища. Отпечаток моей руки. MacBook Pro. Сделано в Китае. Да здравствует Китай. Так. Какая-то грязь непонятная. Design by Apple in California. Я не знаю, что это такое. Это CD, это компакт-диск. Там что-то есть, я не знаю, что это такое. Какие-то наклейки, что ли, или что это? А, наклейки MacBook Pro. Как будто я не знал. О, как его использовать. Замечательно, замечательно. Так, это я понял, наверное, Powerbank, который типа так раз, и он работает с Powerbank. Это подзаряжатель. И все. Больше ничего не надо, ребята. Больше ничего не надо. Что-то экран какой-то непонятный. Странно. The screen looks weird. It's a fuzzy screen. What the hell, Apple? I thought the technology is better. I thought so too.